наш учредитель – Департамент спорта города Москвы. Вместе к новым победам! Ребят, внимание там, на диване, внимание, не воскрешали! Хорошо. Ну как, ну вот его держит сначала, потом он проигрывает позицию. Ну как, вот как? Ничего страшного, ребят, продолжаем играть, ничего страшного! Илья! Активнее. Илья! Не трогай, не трогай, не трогай, не фали! Стой, пожалуйста. Куда? Можно доиграть. Можно доиграть эпизод. Вход в зону, Влад. Ближе, ближе. Отжимаемся, Паш. Ну что, внимательно. Один. Выше линию. Не пали, не пали, не пали. Паша. Дэн, и уходи выше, Дэн, уходи выше. Да, 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 да. Какой Пичуга, ты должен там ближе быть. Бекет, ну ты страхуешь! Ну ты страхуешь! Какой Пичугин! Из центра забивает нам! Никит. Давайте, подсобрали! Мяч в ворота команды «Родина» забил Артем Аношин, номер 70. Давай, 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 Паш, ну если мы в прессинге, ну поднимись! Давай! Вот зону. Бьем два, два, два ты сегодня нам организовал. Я не понимаю, что ты делаешь, когда нужно просто отдать мяч во фланг. Я не понимаю. Мяч в ворота команды «Родина» забил Владислав Корпус, номер 71. Переключайся, переключайся. Ва! 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 Ты чё, блин, идёшь? Мяч в ворота команды «Родина». Принимай, принимай! Не трогай, не трогай! Всё.
Мяч в ворота команды «Родина» забил Вадим Соловьев, номер 22. Парни, посмотрите сюда, да? Не надо на счет смотреть. Продолжайте просто футбол. Играйте, я очень... Не трогай, не трогай, там ближе. Никит, куда мы просто так шарашим мяч? Ну я сказал, что нужно найти фланг. Мы берем его, дарим сопернику и все. Компания «Диаспорт» помогает развитию детско-юношеского футбола. Наш партнер – футбольная академия «Чертаново». «Диаспорт» – это футбольные поля под ключ. Звоните, и назвав кодовое слово «Чертаново», вы получите хорошую скидку.